Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою. Дізель-шоу. Майовочка, майовочка. Ну що, Валюха, рубаєш уже, да? Да. Все, вроді, принес. Ой, Вась, а в каком відрі шашлик? В обоих. Курица, свинина. Так. А не много ли два ведра? Так это ж, дети ж приедут. А где майонез? Там смотри. Майовочка, майовочка. О, нашла. Вась, ну ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Чего ты издеваешься-то? Я ж тебя просила купить низкокалорийный. Я ж на диете. Так что мне теперь его? Выбрасывать, что ли? Ну, Вась, ладно, потерплю. Потерпи как-нибудь. Вась, только не бей. Что? Вась, мне кажется, я холодец забыла. Ты вообще думаешь своей головой? Что это за маёвка без холодца-то? Все, спасибо тебе за праздник. Собирай шмотки, поехали домой. Все. Сейчас я посмотрю. Сейчас. Моё. А нет. Да как же это? Ой. Нашла! Чё ты? Вась, нашла! Фу, Боже, ты такой умный у меня! Так ты хорошо придумал еду в ведрах набрать! Ну так... А это что за ведро? А это такое ведро, всем ведрам ведро! Это самогончик под шашлычок. А немного ли тебе будет? Так он же это, низкокалорийный! Всего 39 градусов. Ага. Как ты любишь, лайт. Ну так что, может, за 1 мая тяпнем по маленькой? Ну давай, между нами тает жир. А? Ты же издеваешься, что ли, надо мной, а? Чего это? Ты что, забыл? Что? Я же на диете, мне же нельзя. Если бы я забыл, я бы взял два ведра. А так оно одно. Подожди-ка. А плавки ты мои не забыла? Вась. Валя. Вода ж холодная, Вась. Ну и что, что холодная? Ты что, не знаешь, я каждое 1 мая открываю купательный сезон. То ты же его голым открываешь. А, ну да. Ну да. Ладно, хорошо. Так, что у нас? Ну давай, так, занимайся шашлыком, Вась. И я тебя очень прошу, не пей. Да ты что, я сам так никогда. Это ж маёвка. На маёвке самое главное что? Компания. Понимаешь? Из детей. Ой, ты так, знаешь... с такой-то поляной оно и будущего зятя встретить-то можно. Не стыдно будет. А у них там серьезно хоть все? Ой, ты знаешь, тьфу-тьфу-тьфу, да? Вроде все хорошо. Да? Этот держится дольше всех. Смотри, какой, а? Но пока за свадьбу дело не идет. Ой. Ничего, с такой поляной да под такую закуску он мне прямо здесь сделает предложение. Пам-пам! Привет! А вот и компания! Здравствуйте! Здрасте! Здрасте! Папа Вася! Женя! Да. Мать! Ну, мать, давай, открывай! Открывай ведро! Что-что-что? Как? Чем? Шашлыком или... Оба открывай! Дочка сейчас, зятя, будет нам презентовать! Ой, папа! Что ты говоришь? Ну, какой зять? Мы так с Женечкой пока решили пожить вместе, так сказать, присмотреться. Да, пожалуйста, распишитесь в ЗАГСе и присматривайтесь. Нет, вы знаете, сейчас очень модно жить гражданским браком. Ну, потом, если что, вдруг разбежались и все. Без всякой бумажной волокиты. Если что, вдруг у меня второй разряд по боксу. Удар 300 килограмм. Если что, вдруг. Папа пошутил. Шутка. Ладно вам, ладно, Вась. Вась, давай, готовь шашлык детям, угощай детей. Шашлык, шашлык. Была свинка, хрю-хрю-хрю, а теперь шашлык ням-ням. Извините, пожалуйста, но шашлык я есть не буду. А что такое? Да ты расслабься, скидываться не надо, ты же с дочкой пришел. Пап, Женечка просто, ну, вообще мясо не ест. А что такое? Траванулся? Да нет, там, ну, по другой причине. Больной? Нет, я вегетарианец. Я же говорю, больной. Пап, и я вегетарианка.
Подожди, как? Ты же еще в детстве переболел этой вегетарианкой. Пап, ты понимаешь, что вегетарианство – это не болезнь. Просто Женя сказала, что есть животных – это негуманно. Да, и переубедил в этом вашу дочь. Да. Ты что, мне дочь попортил, а? Не-не, у нас еще ничего не было. Нет. Да это сколько угодно! Я про мясо! Да она же в детстве трескала свинину, аж за ушами трещала. Мать работала в мясном, воровать не успевала. Вась, ну что ты такое говоришь, а? Вась, ну, Яночка его любит. Он вегетарианец, то и она с ним. Выходит, ты меня вообще никогда в жизни не любила? Чего это? Что-то я не видел, чтобы ты со мной в запой ходила. А еще Женя утверждает, что главное – это правильно питаться. Это как это правильно? Это маленькими порциями, но часто. Да. Мамаша наша так и питается. Не скажу прям, что порции маленькие. И частота такая, что аж ночь захватывает. Ну, понимаешь, папуля, просто вегетарианство, ну, это очень выгодно. Не надо покупать там мясо, там колбасу, жиросжигатели. Да. Ага, туалетную бумагу. Вы ж как козлики, наверное, шариками. Клоц, 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 да? Вась. И дальше. Мя, мя, мя. Вась. Что, Вася? Ну, не хотят дети мяса, не заставляй. Если не мясо, то что? У нас кроме мяса ничего тут нету. Ну как? Вот же мы взяли. Да. Салат, баклажан, сельдерей. Папа! Нахрена ты это все взял? Вон травы сколько, иди! Щипай, пасись! Бэ! Вася, бэ! Ну, Вась, ну шо ты? Шо Вася, я не понимаю вообще. Я этот праздник больше, чем свой день рождения, люблю. Работаю на заводе по 3 смены, чтобы вас прокормить. А вы мне тут, Вася, Вася. Эй, ладно, давайте по 50 и проехали. Пап, Женя не пьет. Вы чего приехали? А? Праздник мне испортить? Ты вообще понимаешь значение слова «маёвка»? Я считаю, что значение этого праздника преувеличено. А, так ты еще и декоммунизатор, да? Слушай, я... Полиция города Киева. Алкоголь употребляем? Если бы. Мы тут только фреши из петрушки пьем. Понятно. О, слушай, а может давай с тобой... По 50 за праздник. Я бы с удовольствием, но... Я на службе. Да чего довели страну? Милиционер на службе даже не может выпить рюмочку. Ну, когда я был милиционером, можно было, а сейчас... Ну, в общем, хороших вам праздников. Да отдыхай. Какой тут уже праздник? Ай, ну ладно, ничего. Сейчас моя младшая дочь придет, и мы вот с ней осушим вот эту... Всем привет! Мы ненадолго! У нас кроссфит-тренировка! Чего? Что у вас? У нас планкинг, кранчинг и пушапинг. А у нас тут букинг и закусинг. А мы не пьем, мы зожники! Ведем здоровый образ жизни. Тыц-пердыц. Ты кого мне понарожала, мать? Пхе! Ничего себе, целое ведро шашлыка! А ты что, мясо ешь? И целое ведро самогона! Все, это мой любимый зять! А я думал, чем я пампинг делать буду, Лучше бы ты внуков нам сделал. Вика, кранчинг. Да не здесь же, вы чего? Да, ну, да вы не понимаете, что ли, вообще? Это ж майские! Их же отменить могут, ну! Вась, ну что ты преувеличиваешь? Ты посмотри на нее. Когда я ей сказал, что 8 марта могут отменить, она орала 2 часа, пока сознание не потеряла. Вась, ну это же молодежь. У них совсем другое отношение к майским. Да какое вообще другое может быть отношение? Это же майские!
Я их год жду. Вот это бывает, выглянешь еще в окно, там дождь, слякоть, болото. А вспомни, что на майские погода всегда хорошая. И улыбка, она как-то сама появляется. А шашлык, это же не просто мясо. Это лучшее мясо на рынке. Я все бегал, чтобы для вас его купить. Я его мариновал. Я лучок резал. Плакал. Не от лука, а от радости. Что дети придут, попробуют и скажут, какой папа у нас молодец. А я же утром проснулся в 6 утра, чтобы приоткрыть крышечку, чтобы мясо подышало, вструсил его душистым перчиком и сдал. Когда же уже на природу? А там птички, там костерчик, там дымок. И вот оно уже жарится, это мяско. И вот жирок уже капает на угли, так пш, 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 пш. Иди так самогонку. Берешь самогоночку, она чистая, как слеза, холодная, как лед. И ты так... И мешко за ней... Оно тает. Вот что такое майские. А вы у меня этот праздник украли. Украли. Наливай, батя! И шашлык давай! Женя! Да я хоть раз в жизни майские нормально встречу! Женя, я тебя брошу! Я тебя усыновлю! Наливай, батя! Давай, сынок! Давай! Батя, и мне тоже наливай! Давай! Да ну! Женька, ну это же вредно! Да чё ты! Ради хорошего настроения родителей можно и здоровье чуть-чуть пожертвовать! По чуть-чуть! Давай, давайте давай. Мне уже! О! Молодец! Молодец! Давайте! Я извиняюсь. А ваше предложение еще в силе, у меня смена закончилась. Да конечно! Ну! Дорогие мои родненькие, не бывает. Не бывает так хорошо в жизни. Такие концовки бывают только в дизель-шоу. Янчик, я машину со стоянки пригнал, все, можем ехать в лес на майские. Сашенька, я сейчас докрашусь и приду. Янчик, да комарам пофиг, накрашенная ты или нет. Слышь, Яна, а че у нас столько сумок, мы что, переезжаем? Ты вот так собралась ехать на майские? Переодевайся. Саша, вообще-то женщина должна выглядеть всегда хорошо. Яна, в этом-то и прикол майских, что все должны выглядеть плохо, а на утро еще хуже. Сашенька, ну я вот это все взяла не просто так, это все едет с нами в лес, это все мне надо. Яночка, послушай меня, на майские надо... Мясо, водка и вот плав, все. Хорошо, смотри. Значит, этот купальник у меня для сгорания, этот для купания, а вот это для селфи. Янчик, ты реально хочешь комарам праздник устроить? Я бы даже сказал банкет. Саша, ты не дослушал. А вот этот купальник на случай, если вдруг будут комары. Что значит вдруг? Они нас там неделю уже дожидаются. Хорошо, я все предусмотрела. Значит так. Вот спрей от комаров, вот крем от комаров. А вот спрей от малярийных комаров, вот крем от малярийных комаров. Яночка, Яночка, Яночка. Есть у тебя что-нибудь от тараканов в голове? Мелок. Вот это что такое? Что это? Это костюмчик для нашей собачки. Он будет в спортивном костюмчике. Но ты же сам говорил, что все на природе должны быть в спортивных костюмах.
А ты что не в спортивном костюме? Саша, ты же сам мне всегда говорил, что я не такая, как все. Я особенная. Да, Янчик, ты у меня реально особенная. Это что такое? Фу! Наполнитель для собачьего туалета. Зачем? Саша, ну а где еще Тосик будет ходить в лесу в туалет? Яна, мы едем в лес. Лес и есть один большой наполнитель для туалета. И не только для Тосика. Блин, я ж пылесос забыла. Тихо. Какой пылесос? Ты с ума сошла, что ли? Сашенька, ну ты же сам всегда говорил, что за собой на природе нужно убирать. Все, успокойся. Там есть муравьи, санитары леса. Они все уберут, все нормально, не переживай. Хорошо. Я сейчас немножко даже в шоке. Зачем нам там фен? Чтобы сушить волосы. Яночка, а куда ты собираешься его воткнуть? Я что, по-твоему, полная дура? Саша, не молчи. Саша, я надеюсь, ты уснул. Хорошо, перефразируем. Во что ты вот этот штепсель собираешься воткнуть? Сашенька, я взяла удлинитель. Яночка, я тебя удивлю, но мы едем минимум на 2 километра от города, поэтому тебе надо примерно 2000 удлинителей. Ну, ничего страшного, будем ехать, зайдем в магазин, купим еще 1999 удлинителей. Стоп. Что? Никуда мы заезжать не будем. Давай договоримся так. Я беру 3 вещи, и ты берешь 3 вещи. Хорошо, тогда я беру красное, синее и черное. Купальник? Чемоданы. Хотя, чему я удивляюсь? Ты же у меня особенная. Да. Все нормальные люди пришли на Пасху корзинки светить. Мы как 2 идиота с 2 тележками из супермаркета. Блин, у батюшки святая вода закончилась. Ты ж все подряд светила. И пиццу, и суши, и туфли свои новые. Да. Они, кстати, мне перестали натирать. Слушай, я б на твоем месте их поменял и одел что-нибудь удобное. Саша, ничего страшного, я взяла с собой запасную обувь. Ты что, еще не одну пару обуви берешь? Конечно, Саша, я взяла 5 пар платьев. Под каждое платье туфли и сумочки. Бассейн? Яна, мы едем на реку. Зачем нам бассейн? Ну, Саша, в реке грязная вода. Хорошо. А откуда ты возьмешь воду, чтобы набрать этот бассейн? Из реки. Но там же вода грязная. Ладно, без бассейна. Отлично. Хорошо. Тогда освободилось место для освежителя воздуха и салфеток. Стоп, подожди. Мы едем в лес, и ты берешь освежитель воздуха с запахом леса? Ну, есть еще морской бриз и лимончик. А вот еще салфеточки влажные, салфеточки сухие, салфеточки для лица, интимные, с ароматом алоэ. Стоп! Вот. Интимные, сухие, влажные, с ароматом картона. Хорошо, тогда я посмотрю, что же ты взял с собой. Что это? О, топор! А зачем ты взял топор? Может, он будет там играть в индейцев? Что это? Саша, зачем нам столько угля? Это ж как надо отравиться. Это ж достаточно просто одной пластиночки. Так, что у нас тут? Ах, спички, да? Саша, ты же не куришь. Зачем нам спички?
хорошо, зачем тебе плейбой? Да что ж ты там собираешься на природе делать? Йона, ты чего? Это для розжига. А то есть и я тебя не разжигаю. Еще как разжигаешь? Еще как ты меня разжигаешь? Ничего себе! Я не понял, зачем мы в лес берем шубу? Саша, мы едем в майские праздники в лес. А вдруг снег? Саша, я никуда без этого всего не поеду. Хорошо. Янчик, а ты купила спальный мешок? Значит, послушай меня сюда. Не просто спальный мешок, а VIP Luxury Elite Edition со стразиками цвета увядающего лосося после нереста. А ты его померила? Вдруг он тебя полнит? М? Над тобой же вся природа смеяться будет. Муравьи такие. Блин, нет, конечно. Спасибо, что ты сказал. Конечно, сейчас померю. Так. Давай, давай. Значит, да. Ага. Угу. Давай, Сашенька, я готова. Так. Ну чё, как я похожа на Клавдию Шифер? Отлично вообще. Такая стройная, супер. Молодец. Саня, ё-моё, ну сколько можно тебя ждать? Уже час тебя жду под подъездом. Петрович, извини, Янка сильно долго собирается. Саня, с ними надо вообще совсем по-другому. Смотри, вот так вот подошел, вот так вот взял и пошел, пошел, Саша, пошел. Саша, подожди, не подожди, не подожди, Саша! Подожди, мясо возьму, Петрович! Так, тормозной путь отсутствует, значит, врезались в стоящую машину. Прям как мы с тобой в первый рабочий день. Не напоминай. Ой, ничего себе, перегар. Мы ж вроде уже не на смене, это я пивка тяпнула. Да я вообще-то не про тебя. Эй, есть кто живой? Классика жанра «живой труп». Ничего себе, такой перегар, что у меня прибор в кармане сработал. Ему еще повезло, что он пристегнут. Представляешь, ремнями с заднего сиденья. Эй, акробат, вылазь. Ой. Где права? Какие права? У меня нет прав. Я вообще сзади ехал. Пока все сходится. А куда ехали? В магазин. Мало было, за добавкой ехали, да? Не, много. Вернуть хотел. Водки? Много? Че ты заливаешь? Да нет, колы много взяли. Хотел на пиво поменять. Вы что, не могли драйвера вызвать? Я драйвер. Я его увез вот в той машине. А потом что-то бух, я уже в этой машине оказался. Ты же пьяный. Как стеклышко. Я же драйвер. Кстати, я как водитель уже этой машины претензий к тому водителю не имею. Все, это серьезное нарушение, ясно? Ой, серьезное нарушение. Нарушение непристегнутый ремень. Девочки, это, да, давайте быстро разберемся, без взяток, все, и разъезжаемся, короче. Разъедетесь, когда протрезвеете. Ой. Не, я так не могу. Меня мясо ждет. Подождет твое мясо? Не подождет. Его могут из бани в клуб увезти, к другому мясоеду. Мы вынуждены забрать ваши права. А у меня нету прав. Они уже у вас. Еще с Нового года. Как это с Нового года? А как вы ездите? Аккуратно. Ладно, вы с ним разбирайтесь пока, а я поехал домой. Давай. Куда вы поедете?
Вы пьяны? Угу. Суп пьяный? Да я супер трезвый. Хотите, я вам это докажу? Видите, сплошная? Вот, смотрите, я ровненько. Все понятно. Что понятно? Вы дороги наши видели? Я ямы обхожу просто. Вот видите, к чему приводит пьянство за рулем? Я за рулем не пил. Я перед рулем пил. Я вызвал такси, а мне говорят, свободных машинок в этом районе нет. Вот к чему приводит, свободных машинок в этом районе нет. Понятно? Вот я не могу одного понять, как к нему прислали пьяного драйвера. Ну. А, я был самый трезвый. Я честно пить не хотел. Мне просто очень в город надо было. О! А-а-а! Вы что, скорую не могли вызвать? Я номер забыл. Кстати, а чего это две бабы, а? Не, чисто извиняюсь, но по инструкции вы должны быть разнополыми. Такую фигню ты помнишь, а номер скорой нет, да? Алло, скорая. Девочки, тихо. Скорая слушает. У нас шампур в спине. Девочки, тихо. А баранина или свинина? Человек, но по состоянию как свинина. Что? Я говорю, у нас в спине шампур. Ой, так это вам нужна шестая больница. Там есть врач, он закодированный. Только он вам сегодня может помочь. Так что пусть идет в шестую. Девушка, какой идет? У него шампур в спине. Прислать машинку не можете? Ну вы смешная. Сейчас же майские. Кто за руль сядет? Я могу, я драйвер. Ой, надо. Спасибо уже. Кстати, вы не ответили на вопрос. Почему две женщины? Где ваши мужики? Мужские экипажи патрулируют леса. О, это правильно. Мужики на майских должны в лесу отдыхать. А бабы мантулить. Ой, пусть мантулят. Да. Я вас сейчас двоих так отмантулю. Ой, да что мы с двумя бабами не справимся, что ли? Мари, пятый смелый за сегодня. Ну давай, вот так. Отдыхай. Меня уже наказали, вот. Так, разрешите жене позвонить. Да звоните уже. Да! А, зайка, а ты что, тоже тут? Кусок идиота! Привет, забери меня, привет, забери меня! Вот, приехала! А, я теперь все понял! Это моя жена, вот, виновница ДТП. Вот, она ехала за мной, а въехала в меня. Короче, разбирайтесь, у меня времени нет, я спать. Женя, у тебя шампур в спине! Девушка, значит, вы виноваты в ДТП? Нет, это не я виновата. А кто виноват? Шнуров со своей песней на Лабутенах. Если бы она не заиграла, я бы не сделала вот так вот. И не произошла бы эта печальная ситуация. Честно говоря, когда эта песня заиграла, мы тоже, по-моему, какую-то собаку сбили. О, а вот и свидетель. И никакой я не свидетель. Я та собака, которую вы сбили. Я, главное, себе спокойно переползаю дорогу. И тут бац! Кстати, мадам, это ваше. Спасибо. Майские праздники. Алло! Вы с чего полицейскую машину на дороге поставили? Вы что, у меня в салоне 20 человек. Я же их с пикника везу. Ответственный момент. Они же уже спали, а теперь они опять пьют и танцуют под вашу светомузыку.
Ну что, за день сегодня такой? 10-й раз в нашу машину въезжают. 10-й? Да. За юбилей! Как ты это определила? Да элементарно, у меня сапоги в багажнике новые лежали. Коза. Сама коза. Что с машинами делать будем, а? Так, давай так. Кто нам эти машинки подарил, тот пускай разбирается. Алло, Буся, привет. Буся, представляешь, я хотела припудрить носик, и мне потом как кто-то ударил по попе. Нет, я не дома. Я в машине. Егорушка, а я тебя люблю. Нет, сегодня больше, чем позавчера. Да, как ты догадался? Блин, он меня убьет. Давай так, мы были в магазине, выходим, а тут такое! Нет, 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 тогда мой точно меня убьет, никаких магазинов. Давай так, мы не были в магазине, выходим, а тут такое! Наши идут! Здорово! Привет! Прикинь, 7-й раз за месяц, а? У меня уже 10-й. С юбилеем! Спасибо! Первый раз где был? Ну где? В автосалоне. Стандартная ситуация. Второй раз знаешь где? Где? На выезде с автосалона. Вот прямо сейчас с тобой ноздря в ноздрю идем. Вот третий раз в жизни не догадаешься. СТО? Прикинь, нам даже золотую карточку как постоянным клиентам выдали. Такую? Вика, выходи, я тебя видел. Как символично, да? Что ты ехала оформлять страховку. Помолчи, я и так на взводе! Через 200 метров конечная точка. Чуть-чуть не доехала, да? Да заткнись ты! Что? Я ему! Буся, скажи, а правда хорошо, что у нас с тобой полная каска? У нас полная жопа, Яночка. Причем третий раз за этот месяц. Краска даже не успела высохнуть, ну! Бусечка, ты же меня не будешь ругать, а? Коснулся. Спасибо, Буся! Все, давай, я звоню в страховую. Ну? И как это произошло? Я не могла отключить будильник. Я не знаю, где он отключается! Какой еще будильник? Который вот так делает. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Буся, а помнишь, после последней аварии у нас багажник не открывался? Ну? Сейчас открывается! Класс, ты починила машину! Да, да. Ну? Кто в кого въехал-то? Я все помню. Кажется, по-моему, вначале я в нее. Но потом, сразу, как только мы разъезжались, она в меня. Потом опять я, потом снова она, два раза, она больше. Сядь в машину! Что я делаю не так? Я же ее покрестил. Машину осветил. Да я эту машину у батюшки покупал. Вообще в этом смысла никакого нет. Мы два раза свою светили. И что? Два раза в церкви ворота меняли. Яночка, солнышко, иди сюда. А ты помнишь, ты хотела колечко с бриллиантом? Да? Так вот оно. Где, Костя? Ну вот же, вот, смотри, вот оно. Ну где, 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 где? Теперь ты понимаешь, почему я ей машину купил? Здравствуйте, страховая. О. А это снова вы. До свидания. Егорушка,
я не виновата. Я хотела поворачивать направо. Ну ты же ехала задом, ты же могла перепутать. Я что, по-твоему, дура? Не задавай мне риторических вопросов. Так вот, я знаю, когда едешь назад, в какую сторону руль крутишь, в такой она поворачивается. Я поворачивала вправо. А где у нас право? Где браслетик, который я тебе подарил, а? Я его сняла, он к этому платью не подходи. Так, все. Все, давай включим. Включим. Ну что так сразу, А давай это будет подарок на день рождения. На два. На три. С сорокалетием вас, женщина. Нет, ну... Но я вот, я все равно не понимаю, ну как можно было так ехать, ну как? А, очень просто. Я хотела ехать прямо. Я нажала кнопочку, по-моему, вот эту, потом опустила рычажок и покатилась обратно. Вот ты никогда меня не понимал. Здравия желаю. О, наконец-то. Наконец-то. Необычная ситуация, правда? Почему? По-моему, очень необычная, все понятно. Кто-то хотел ехать вперед. Нажал кнопочку, наверное, вот эту. Опустил рычажок и покатился назад. Видишь? Вы такой умный. Да, мы просто так три машины разбили, да? Ну, может, вы выясните, кто прав, кто виноват? Да, надо для начала тормозной путь померить. Да что там мерить, пишите. У моей тормозной путь 29 лет. Буся, мне всегда 18. Пишите 18. Нас вообще в академии учили. Тот, кто сзади въехал, тот виноват. Ну? Получается, что в этой ситуации никто не виноват. Ура! Как хорошо, когда все хорошо кончается. А можно с вами сфотографироваться? Конечно. Слышь, может, попросим их права у них забрать, а? Да сейчас. Кто меня пьяного домой возить будет? Я когда пьяный вдрызг даже, я все равно боюсь с ней ездить. Буся, он такой... Нет, нет, Яна, он с нами жить не будет. Слушай, а давай на выходных вдвоем... Мотнем на рыбалку, а? Нет, 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 я хотел бы хоть одни выходные провести без вашей семейки, ладно? Без обид. Буся, мы тут с Викусиком решили, что завтра мы берем ваши машинки и едем в Бутик Плаза. На праздничный шопинг. Метро. Метро. На автобусе поедем. Пешком пойдешь. Пешком пойдешь. Я могу, Буся. Не надо. Дизель-шоу. Ну-ну-ну, и шо, и шо, да. И шо? И прикинь, она на смарте пытается втиснуться. Так, я не поняла. Чего у меня права забрали? Фамилия ваша? Эльвира Холодец. Так. Неплохие копыта, как для холодца. Холодец. А, ну так, конечно. Превышение скорости, пересечение двойной сплошной. И вы врезались в пост ДПС? И шо? Так вот за это вас праве лишили. И шо за страна такая? Я вообще понять не могу. Шо у нас за это прав решают? Нормальная у нас страна. Правосторонняя. А вы ехали по встречке. И шо? Вы знаете, я просто так никогда ничего не делаю. Там, наверное, машин было меньше или ям. Можно подумать, так никогда не делали. Девушка, вы сбили сотрудника ГАИ? Да. Вообще-то их давно уже отменили. И тем более я подумала, что он картонный. И как вы вдруг поняли, что он не картонный? Я что, по-вашему, полная дура? Картонный, не тарабанят в лобовуху и не матерятся. Он меня еще дурой назвал, крашеной. Крашеной. Не, ну все же понятно.
Вы же были в нетрезвом виде. И шо? Я все сделала, что мне сказали. Я в трубочку подула, по этой ровной линии прошлась. Правда, отказалась ехать в больницу. Прям на месте и пописала. Что вы сделали? Ну что, нужно было ехать в больницу писать. Я сказала, что у меня нет времени. Я сделала там прямо все на месте. Ой, короче, что было, то было. Короче, Эльвира, холодец. У вас есть только один способ получить эти права обратно. Я согласна. На что? Ну, на этот единственный способ вернуть права. Я, собственно, их так и получала. Девушка, вообще-то вам придется сдавать экзамен. Господи, то называйте это как хотите. Только знайте, что у меня есть не больше 15 минут. 7 и 8. Девушка, экзамен надо будет сдавать здесь у нас. Да понятное дело, что не у меня, у меня муж дома. Девушка, экзамен надо будет сдавать в аудитории с остальными людьми. Да хоть на по... В смысле с людьми? Что, прям присел? Да. Ничего себе, права подорожали. Я за такое целую машину получила. Девушка, с вами в аудитории будет 15 человек. Сколько? Не, я, конечно, понимаю, что реформы и все такое, но 15 человек! Ха! За это доплатить придется. Добрый день! А, у вас очередь? Ну, я за вами пристроюсь. Что ты пристраиваешься? Пристраиватель он! Иди и там пристраивайся! Так успокойтесь! Что у вас? Это, права пересдать надо. Да, хорошо, проходите в аудиторию, я сейчас к вам подойду. Да, и я тоже сейчас подойду. Вы что, совсем срам потеряли? Вот правильно вас называет мой муж. Девушка, идите в аудиторию. Спасибо, я потом, если захочу, на Ютубе посмотрю. Девушка, если вы не пройдете тесты, права вам не вернут. Какие тесты? Там люди в аудитории проходят тесты. И в зависимости от результатов им либо выдают права, либо нет. А, так надо ж было сразу так говорить. Господи, тесты. А я ж подумала. Короче, и она на смарте несется, пытается втиснуться между двумя КамАЗами. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дети мои. Что случилось у вас? Ой, машину на штрафстоянку забрали. Какая машинка у вас? Порш Панамера. GTS. А госномер какой? Angel 3. Ну, у нас просто трое на приходе, чтобы корпоративный дух поддерживать. А, батюшка, а у вас же вроде Каен был. Красный. Ну. Господь с вами, что это был? Есть, он и Каен есть. И Мерседес есть. Я просто... На Порше на службу как бы влетаю. Вот, вот это служба, не то что у нас. Батюшка Никодим! Не было такого, не было! Ну как же ж не было? Ведь было! Вы же мне машину освещали. Ох. Слушайте, а осветите права, а то эти ада забрали. Так отстаньте от него, он ничего не решает. Батюшка, проходите в аудиторию. До встречи! Что у вас с тестами? А, вот, я прошла. Значит, я должна жить в Париже, я топинамбур, и в прошлой жизни я была Хрущев. Девушка, тесты надо было сдавать на нашем компьютере. Так у вас там в компьютере нет ни Фейсбука, ни Инстаграма, одни какие-то дурацкие вопросы с машинками. И... И... Идите, иначе права не вернут. Господи, до чего довели страну? Взятки не берут, секс не нужен, сколор, блондинки вообще исчезнут.
Короче. И она на этом смарте. Здравствуйте, здравствуйте! Не надо целоваться, не надо. Егор Григорьевич, тихо, спокойно. Что у вас случилось? Что? Что? А, вы ехали. Немножко, наверное, выпившие были, да? И... А, остановили вас. Старые? Ну, были бы старые, договорился бы. Так новые, не договоришься. А, вы пообщались с ними, пошумели. И права теперь у нас. А когда это случилось? Сегодня. И права вам тоже нужны сегодня. Вам ехать надо срочно. Но, к сожалению, ну не так все, просто не те времена уже. И даже за деньги. Кстати, чтобы вы знали, штрафы подорожали сами. Теперь это 10 тысяч. Ни хрена себе. Гривен. Видишь, кому-то... А кому-то 2 оклада. Ну. А следующий штраф уже будет 20 да? тысяч. А следующий 40. Не-не-не-не-не. И деньги наперед дать не получится. И годового абонемента, как раньше, нет. Что, куда вы лезете? Куда? Не-не-не-не, Егорочка, бесполезно. Ой, только не надо нас наказывать, пожалуйста. Ну мы-то тут при чем? Идите вон к начальству, там их наказывать. Да. Ой, я все написала. Ой, что ж вы там понаписывали? Холодец. То есть на вопрос, что вы должны предъявить инспектору, который вас остановил, вы написали «Сиськи!» Да, а что не так? Не документы. Потому что когда показываю документы, меня штрафуют, а когда их, то нет. А вот вопрос, может ли водитель в данной ситуации повернуть налево? Да. А вы на рисунок смотрели? На какой? Ну вот, нарисован знак. Поворот налево запрещен. И шо? Шо? Вопрос звучит как? Может ли водитель повернуть налево? Да. В Киеве водители куда хотят, туда и поворачивают. Причем здесь какой-нибудь знак. Хорошо, что сиськи не написала. А нет, написала. Правило проезда равнозначного перекрестка. Да. Что вы тут понарисовывали? А, вы знаете, это очень сложный маневр. Значит, надо остановиться, так высунуться, притом придерживая педаль тормоза, открыть, показать девочек. И пока все смотрят, быстренько первой проехать. Я просто не знала, как это долго вот это вот описывать. Решила просто зарисовать. Так, холодец. Как вы хотите получить права, если вы элементарных правил не знаете? Показать. Так, Эльвира, идите отсюда, придете через год. И то, если экзамены выучите. Да что такое? Мне что, целый год без прав ездить? Подожди. А дальше она все правильно написала, правильно. Я не понял, она что там кому-то сиськи показывала? Кому? Зачем смотрел? Да не мог, батюшка, он же правил не знает. Держите, написал. А, спасибо. Что, малая, возьми телефон, вдруг опять права заберут. Спасибо, я подружкам его дам. А где права получать? В окошке. Спасибо. Дебилы мы с тобой, Петрович. Чё это? Походу, только мы сиськи не посмотрели. Дизель-шоу.